А гонорары? Ты знаешь, когда распределяют, и когда сказали, что у мужчин гонорар все равно будет больше, чем у женщины, какой бы звездности ты ни была. И вот есть. Недавно даже где-то писали и говорили, что да нет, сейчас все уже практически у всех наравне, то есть не так это. Не так. Вот я говорю, общаясь там, с кастинг-директорами, там, с менеджерами, все равно они не называют сумму. Они говорят, просто как, поверь, априори, когда идет смета, мужчина-актер оплачивается дороже, чем женщина. Я говорю, почему? Потому что женщины больше смотрят проектов, и мужчину надо больше удержать, зацепить.